Здравствуйте, мои родные. Кто там не рад, тоже здравствуйте. В этом видео расскажу три информации. Про эффект Мандела, про зомбированных людей. И почему, вернее, от кого скрывают информацию правительства любых стран, в том числе Российской Федерации. Первое. Эффект Мандела. Мы знаем, что люди делятся на два лагеря, которые знают, видят, что эффект Мандела существует, и другие, которые не замечают этого эффекта. Почему не замечают? Давай так, скажу сначала, кто замечает эффект Мандела. Конечно, каждое правило исключение, но примерно так. Вот люди, которые в детстве, с детства верили в Деда Мороза, не просто утречком бежали за подарком, а ночами не спали, все хотели его увидеть, которые верили, что игрушки ночами ходят, живые, и так далее, которые верили в чудеса, люди, они видят эффект Манделы. А те правильные люди, якобы, я их называю зомбированными, они с детства знают, что Деда Мороза нет, чудес не бывает, все по законам физики и так далее и тому подобное. А почему вот так вот в детстве? Давайте смотрите. Вот возьмем этого правильного ребеночка в детстве. Ему показываешь какой-нибудь фокус. Или говоришь правду, которую мама считает, он не должен знать, это ребенок, это правду. Или шутишь, через шутку какую-нибудь говоришь. Ну или фокус говорю. И у него в глазах у этого ребенка сомнение. Ты ему покажешь что-нибудь, такой фокус, или что-то говоришь ему. Вроде бы правду, он смотрит, действительно так и есть. Но он глазами ищет авторитета в детстве. А кто авторитет в детстве? Мама. Он к маме поворачивается, к маме, а мама говорит спокойно так, с ухмылочкой, говорит: нет, сыночка или доченька, это не так. Это тебе кажется, или дядя шутит. На самом деле, вот так. И посмотрите на этого ребенка. С этой секунды он становится правильным, зомбированным. В него в глазах появляется якобы разум. Он поворачивается и говорит: вот так вот, на самом деле, вот так. И ему начхать, что он только что видел, или что тут происходит. Он знает, что это ему кажется, или что-то неправда, что-то вранье. Понимаете, в чем страшно-то? И вот у детей авторитеты дальше появляются дальше. У него это закрепляется факт, что говорят правду. Школа, институты, телевизор. У него это все истина, факт. Если сказано, где-то в интернете, где-то писал, это невозможно. Он даже суваться не будет. Это невозможно. Он знает, что невозможно. И вот эти вот правильные люди, зомбированные, представьте, пофантазируем, что они попали в другую реальность, где то же самое, но что-то разное, другое. Так они просто никогда не заметят разницы. Даже явно глазами будут что-то торчать у них, они сделают вид подсознательно, что этого не существует. Все правильно. Почему? Потому что если они это обратят внимание, увидят, что что-то не так, они просто сойдут с ума, потому что у них сбой программы. Истина лопнула, истина, которая всегда была, лопнет. А те люди, которые верили в чудеса в детстве, которые вот у них, да, они вырастают, да, понимают, что этого уже Деда Мороза нет. Они все понимают, но у них в глазах еще везде остается сомнение, а правда ли, что тут происходит. Так вот, рады мои, про зомбированных я уже сказал, кто такие зомбированные. А вот третья информация, почему правительство всех стран скрывает информацию,
Вы же знаете, что есть такие архивы, которые на 10, 15, 50 лет закрыты. Информация скрывает правительство во всех странах. От кого скрывают? От зомбированного. От, повторяю, кто знает истину. Скрывать не надо. Вот возьмем, допустим, примеры просто такие вот, простые. Возьмем религия ислам. Вот исламское государство. У них запрещено смотреть светские фильмы. Там много чего запрещено смотреть, телевидение. Почему? Ну, если он радикальный исламист, допустим, и он, Ракбар, что он ничего не знает, ему хоть что показывает, он все равно уже, Аллах Акбар, повторяю, это зомбированное, это настоящий человек. Он что-то посмотрит, что-то увидит, с кем-то переговорит, и у него начнется сомнение, а правда ли это? Понимаете, в чем разница? Человек, допустим, коммунист. У него, о, блин, советская власть, коммунизм не за горами, блин. Ну, допустим, перезастоя. От него скрывали, допустим, глушили радио «Свобода слова» американское. Да ему хоть ты, он сам его слушать не будет, это радио. А вот который сомневается, он может послушать радио и сказать, да вы что, да действительно здесь что, обман? А радио-то правда, нам говорят. Понимаете, о чем говорю? Люди зомбированные, они нужны государству, любому. Они знают истину, они будут в рот смотреть. Государству, правительству, телевизору, блин, законам, все. Они будут при неке ходить. А сомневающиеся люди, вот от них скрывают все. Все скрывают от сомневающихся людей, потому что они в любую секунду могут что-то почитать. Вы представляете, человек вот, не нацист, все нормально, хороший человек. И прочитает Майн Кап Гитлера, допустим, «Моя борьба». И что, сами фашистом, что ли? Ну, такого же не может быть. Так вот, рады мы. Оказывается, может. И поэтому правительство и скрывает все. Буквально любую информацию, которая противоречит. Любое правительство. Хоть там, повторяю, хоть ислам, хоть христианство, хоть что-то противоположное скрывается. Именно от, потому, что есть люди, которые могут что-то понять, могут анализировать. А люди, которые знают правду, зомбированные, которые вот прямо по курсу идут, они знают истину якобы, они на что внимание обращать не будут. В следующем видео, рады мои, я вам покажу два эффекта. Одно видео будет называться «Эффект Манделы» и «Эффект» — это кто? Космонавта Джанибекова, «Эффект Джанибекова». И там тоже покажу, там, я у двух человек спрашивал, у двух. И один человек, я говорю, смотри, вот Запад, солнце висит, да. Завод на севере, он, да. Я говорю, а могилки-то на юг? Он, а он даже на них не смотрит, потому что он знает. Так, он еще так вот руки сделал, так вот. Могилки на восток и убегает, потому что он знает. Другому человеку говорю, смотри, вот запад, запад, север, север, значит, вот там юг, вот там восток, да, а могилки, смотри, на юг, и не одна, все. Он, точно, Серега, я не замечал, а почему так? Вот эти люди, не зомбированные, они удивляются, они видят правду, правду видят, они сомневаются, они изучают. А эти, которые зомбированные, они ничего не изучают. Они не изобретатели, это просто солдаты. Солдаты. И они нужны государству. Поэтому следующее видео, повторяю, будет у меня два видео про два эффекта. Один эффект я называю мой, другой это Джанибекова и Мандемы. Манделы. Так что подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Пишите обязательно комментарии, обязательно. Ну и лайки, дизлайки. До свидания, родные.